Ну что же, здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Донбасс, и сегодня мы наблюдаем за Старладером, а именно за Weekend Cup под номером 43, где сразятся такие команды, как Факел 17 и команда Бизон, они же КУСКГ. Вроде бы так прочитал их название. Ну что ж, давайте перейдем к игре. Начнем мы, как всегда, с банов, и видим там Батрайдера, Тринта, Queen of Pain и Нукса от команды Факел 17. Ну а от Бизонов видим Ио, Алхимика, Бейна и Тинкера. Да, вот такие у нас баны пока что. Ну и по пикам видим, что взяли у нас Бизоны Лайфстиллера, Шадоу Демона и Джекиро. Ну а Факел 17 видим Natural's Prophet, Clockwork, Devourer и Рубик залетает от них. Что можно пока что сказать про пики? Про пики можно сказать следующее, что у Бизона видим Лайфстиллер, который будет, я думаю, на кэре отыгрывать позиции, Шадоу Демон и Джекиро, это два саппорта. Что же у Факелов у нас? Клокверк и Рубик. Я думаю, это будут саппорты, но еще я не знаю, верно ли мое решение. Девовер пойдет 100% в мид. Ну а Профет, мне кажется, пойдет в сложную. Ну, это мои догадки. Ну, посмотрим над последним пиком, что нам ребята покажут. Так, ждем четвертый пик от Бизонов. Они же КУСКГ. Ну что же, идет дополнительное время. И я думаю, совсем скоро мы увидим картину. Лондрид. Лондрид залетает четвертым пиком от Бизонов, который пойдет у нас в сложную. Ну и последние два бана. Последние два бана откроют нам всю ситуацию, наверное. Или же наоборот ее закроют. Ну, что-то в этом роде. Так. Ну, я думаю, сейчас бан залетит. Кэрри какой-то от Факелов. Именно... Нет, какой кэрри? О чем я говорю? Фу-фу-фу. А, мидер залетит. Вот, кто залетит. Кто же может помешать Девоверу стоять в мидле? Шторм. Шторм залетает. Да. Интересное решение. Решили забанить этого героя, потому что есть в пике у противника Лайфстиллер, чтобы не получилось никакого инфес-бомба с этих двух героев. Ну, есть пак еще. Про пака. Я думаю, пак бы тут агрессивнее или же нет. Ну, это два таких героя, пак и шторм, которые очень пикательным бы. Пикательные с Лайфстиллером. Вот. Фух. Еле выговорил это слово. Герокоптер. Герокоптер залетает в бан от Бизонов. Да. Вот они банили кэрри. Это точно, я могу сказать. Ну и что же? От Факелов остался кэрри. Ну а от Бизонов мы увидим мидера. Так, а тем временем я включу себе чатик, потому что именно этого мне не хватает. Так, 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 так. Все, открыл себе чатик, все нормально. О, ну, дополнительное время идет на выбор кэрри, как я, по моим расчетам.
И так залетает Джиггернаут. Видим мы это. Все-таки я был прав. Залетит Кэрри. И вот он залетел. Ну и что ж, ждем мидера. От команды Бизон. И после чего игра будет начинаться. Итак, 25 секунд остается у команды. И это разор. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересное решение, конечно. И ребята потихоньку выбирают героев у нас. Видим это. Так-так-так-так-так-так. Включая экран. Так, ну что же, сторона Radiant, команда Бизон, на Джакиро играет у нас Хатиш Дже Султан, как-то вроде бы так, я прочитал этот ник, может ошибочно, сразу же извиняюсь. На Разоре играет у нас Борни, Волан-де-Морт. Не, Волдемарт, Волдеморт, господи, играет у нас на Лайфстиллере, Джаст играет у нас на Шадоу Демоне, и Кингс у нас играет на Лоундруиде. Сторона Дайр, команда Факел 17. Артес играет у нас на Джиггернауте, Фесоломеко, ну, вроде бы правильно. Фесоломеко играет у нас на Рубике. На Клокверке у нас играет Ходоровский. По-моему, так. Пхау играет у нас на Профете. И Хаус Принц играет у нас на Девоуэре. Именно так. Ну что ж, ждем, пока отожмут у нас паузу. Самое время взять какой-то худ интересный. Возьмем этот. Что у нас тут насчет комментаторов? Тускара я вообще не использовал. Надо поставить, послушать. Ну и Профета, я думаю. Давно его не слышал. Так. Ну же. Ну же, ну же, ну же. Так, нам остается всего лишь ждать, чтобы побыстрее все закончилось, все эти паузы. Ну уже. У нас тут бурное обсуждение в чате идет, кто самый лучший игрок, мне кажется, с команды Факел 17. Ну, пока что, как я вижу, лидирует у нас Пхау.
Так, отжали у нас паузу, и что же мы можем наблюдать? Что там у Мишки? Вижу, панда есть, и... Ну, не хватает еще. Два айтема. Так, Разор пойдет в мид, как я и думал. Деволор его ставит компанию, но тут у нас заход какой-то планируется, как я вижу. Идет сбор героев и юзается смог. Это будет заход в чужой лес, где тут совсем одинокая панда идет разведывать все глубины этого леса, которая сейчас попадется. Не стали ее трогать даже. Замечательно. И тут же видят лондруида, поднимают телекинез лондруида, кидают. И что же, коги или что, крутилку достает у нас. Джиггернаут, и я думаю, тут без проблем лондруид должен умереть. Да, 2000 и минус лондруид. ФБ! ФБ, ФБ, что тут нужно сказать? Итак, руна у нас снизу, видим, это инвиз, и Деволор отправляется у нас в мид. Ну а Профет, ага, попытка номер два. Все понятно, все понятно, все понятно. Как знаем, Мишки нету пока что у лондруида. И это не очень хорошо ему будет сейчас стоять на линии. Ага, или это же быстрый пуш от команды Факел 17. Отличное решение. Так, ну, Деволор начинает тут у нас веселиться. Ну, Разор тоже, видим, высосал немножко демеджа. Ну и что же? 59 секунд и минус Т1. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Что можно еще тут сказать. Ну а тут что у нас? Пока нету никого. Так, включу я быстренько крипстат. Видим 8 крипов у товарища лайфстиллера. Ну, пока он лидирует. Больше всех набил тут крипов. И я думаю, это должно принести свой результат. Но этот забранный тауэр, лишние голдишки для команды Факел 17, тоже, мне кажется, даст о себе знать. Рано или поздно. Так, Клокерик и Рубик сразу же пошли в лес. И начали бить у нас, видим, этих големов. Какие они грустные. Это просто, посмотрите, если на аватарку, это же... Каждый день с таким лицом просто стоять. Так, что у нас тут происходит в мидле? Видим, Разор уже 42 насосал демеджа себе. Вот. Сколько, мне интересно, товарища тут Деволвера? Минус 42. Отлично, отлично, что тут нужно сказать. Подумаешь, немножко меньше будет у него. Тысячка с руки. Ничего страшного. Так, перетянулись наверх, видим, Клокерк и Рубик. Что у нас, я не думаю, что-то интересное тут будет. Ну и только экспу, наверное, будет получать. Тут же Рубик будет отводить. Нет, не будет отводить, потому что тут, видим, спаун заблоченный. И вард, конечно, не увидит этот вард обсерверский. Никаким, просто, никакими глазами. А Мишка? Где, что и как делает у нас Мишка? Мишка ждет, пока пройдет кулдаун, как я понимаю. Еще 88 секунд. Он будет у него. И пишет интернетские проблемы. Интернетские проблемы. Да, именно такие проблемы у Деволвера. Ну и я даже не знаю, что делать. Так, есть уже две Blades of Attack, еще осталось
уже сказалось, 100 голдишек для фейзов у Джиггернаута, что у нас у Лайфстиллера, тапок 700 сверху. Угу. Вот такие дела. Ну и все-таки Рубик, видим, тут нашел у нас вард. И уже половину разбил его. Так, профит будет идти через Мидас, видимо, это Гловер Хаст у него. 600 голды имеет, 700 уже точнее голды. Ого. Тут идет разбор, сколько по паузам, что да как. Ну да ладно. Что у нас в чатике? В чатике у нас тут уже пошли веселые смайлы просто. То, что надо. Так, ну, ждем, ждем, ждем товарища. Заходит уже, пишут ребята, и я думаю, совсем скоро мы увидим продолжение этой битвы, великой битвы. Так. Ох, эти паузы. Так. Ну же, где же он? Все началось с начала игры, когда только героя взяли. Я сразу понял, что это первая пауза до добра не приведет. Ну, как видим, уже вторая пауза. Так. Может, это тактическая пауза. Сначала они думали, что делать. Придумали, забрали тавер на 53-й, по-моему. Не, 59-й секунде. 58-й. Я уже забыл даже. Ну, а теперь они думают, что дальше им делать. Поэтому, как видим, идей пока что нету у них. Ну, это мои догадки. А что оно на самом деле, даже не знаю.
Так. О, нет, он вернулся. Да есть просто. Да есть. Ну же, рэди. Конечно, рэди. Да что тут думать. Курьер принес там аквилы. И как видим, ботала не будет у Дововара. Ну а разора мне интересно будет этот айтем. Айтем. Же тоже нет. Так, опять засасывает разор. Весь дэмэдж. Да, и как видим, это не нравится сильно Девовору. Что у нас тут сверху? Сверху Лайфсилвер. Его команда подошли немножко к тавару. Ну, не знаю, запушить захотят или же нет. Так, отогнали у нас Джиггернаута подальше. Что-то Лондрид на линию вышел и сразу же испугался. Как видим, нет, все-таки фейзы приобрел себе. А Джиггернаут тпшится наверх у нас. И что, куда он пойдет? Ага, не палится. Ну и сейчас телекинез от Рубика, как я понимаю, будет. И после чего... Да, поднимает он лавстилера. Лавстилера кидает немножко назад. Айспад хороший по... Джиггернауту закрывает в коге у нас клокверк Шадоу Демона. Тут же ванды вешаются на Рубика, видимо, это. И что же, умрет ли Рубик? Да, умирает Рубик, умирает также Шадоу Демон. Раскручивается у нас Джиггернаут. И нет, Лайфстиллер тут должен уходить, мне кажется. Да, уходит Лайфстиллер, правильно я говорю. Ну и Джиггернаут на лоу хп ставит себе уже вард. И да. Вот это экшен. Вот это экшен. Вроде бы цепанули отлично, но... Но. Хороший спад. Все. Порешал. Вот так вот я скажу вам. Все просто порешал. Так. Что, у разора нету маны? И вот он ботл, что ли же? Что ли же этот ботл? Тот самый. Ну и сейчас у Девовара тоже, мне кажется, будет ботл. И ребята будут охотиться на руну. Так, опять сосет дэмэдж. 63 дэмэджа насосал. Может, это некорректно говорить насосал. Надо высосал. Вот. Вот самое то будет. Так, ну, видим, Девовару просто отлично стоять. Сколько у него там с руки. А, уже прошел. Все нормально теперь у него. 70 дэмэджа. 79, точнее, дэмэджа с руки своих родных. Ну, а Лондруид, наконец-то вызвал себе мишку. И, я думаю, готов фармить, начать фармить. Так, Транквилос я собрал, а мишки взял опов вином. Так, а у Профета что мне интересно? У Профета 1200 и... Мидас, как я и говорил, будет... Так, барабаны будут верстать, там амуч Гернаута, видим это по брейсеру, который несет у нас курьер. Ой, какая замечательная лошадка, точнее зебра. Их так мало осталось просто в природе, как и пант. Так что надо уважать природу. Так, ТПшечка от Клокверка, видим в мидл, и что делает Клокверк, мне интересно. Непонятно, непонятно, но нет. Есть смог, и этот смог будет... Куда же этот смог будет? Кто мне скажет? А, чтобы поймать мишку, наверное, как я понимаю. Да. Именно для этого. Ну, видим, стоят они дальше. Смоуки.
И вот он, Рубик, телекинез по лондруиду. И что же, раскручиваться, мне кажется, надо Джиггернауту. Нет, ультимейт юзает Джиггернаут. И да, минус лондруид. Ну и опять от паунда, которая раскинула ноги. Ох, не могу я на это смотреть просто. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Баклер и хедресочку. Рецепт на хедресочку приобрел себе. Девовер. Ну и, как я понимаю, Меку мы увидим. Вот этого товарища. Ну а тут у нас есть пассивочка у Джиггернаута. И это просто отлично. На ура заходит по Тауэру. Как видим, уже 188 хп осталось. И сейчас точно добьют. Еще одна пассивочка у нас пройдет у Джиггернаута. И это точно минус Тауэр должен быть. Хотя его тут еще и катапульта хорошо нарезает. Да, минус Т1. 1-1 счет по таверам. И мне интересно, куда эта трипла пойдет. Пойдет это в мид или же останется на линии. Как видим, на линии она не остается. Будет это заход, наверное, в мид от саппортов. Ну а сам лайфстиллер, мне кажется, пойдет в лес. Так. Так. Да, вот они, саппорты. Переместились в мид, и что же, опять будут высасывать. Да, опять. Сколько? Подождите. А, ничего, не удалось ему. Девовер уже прошарил, наверное, эту тему. Так что... плохая попытка. Что ж, барабаны у Джиггернаута видим. Видим также фейзы у товарища Разора и Мурму приобрел себе Клокерк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все, что высосал, перешло в Рубика. Как видим, там с двух плюшенцей, по-моему, Разор справился с героем. И счет тут 2-3 уже. 2-3, 10-я минута. Что у нас здесь? Здесь у нас два саппорта команды Бизон. И эти три героя уже идут ломать башню. Т1 Тауэр. Я думаю, тут по любасику должно нормально все заехать, да. И минус Т1 на ботами у команды Факел 17. Так, что у нас тут? Клокверк. У нас тут Клокверк, нету хука у Клокверка. Включает он батарейки, и тут Шаду Демон должен... я думаю, должен... а нет, провязал стики, и смотрите, может уйти. Нет, не уходит. Тут же умирает панда, и тут же лондруид, мне тоже кажется, уйдет в таверну. Хотел также сюда Фурион. Да, минус лондруид, и что же, закрыли у нас Джакиро. Коги ставит у нас Клокверк, и Джакиро отправляется со своими товарищами в таверну. Да, так разобрались, ребята, и тут Разор подошел так быстренько. Высосал весь дэмэдж, 224 видим. Это много, и это больно. Это очень больно. Так, и там много всего так проскочило. Видим у Рубика арканы, у Девовера видим Меку, и, по-моему, у кого-то из Мидас тут появился у Нечерс Профита, по-моему, я уже озвучил это. Что у Мешки фейзы транквилы. Ага. Лайфстиллер. Что у нас лайфстиллер? Лайфстиллер собирает армлет. И мне кажется, он уже приобрел, да, его. Да, именно он это и сделал. Вот он прилетает к нему. Так, что у нас тут? Атака в лесу. Медиум минус Нечерс Профит. Также летает сюда ракетка минус...
Шадоу Демон. Тут же нарезает у нас Джиггернаут. Так как? Ой-ой-ой, еще ультимейт у Джиггернаута видим. И что же? Минус Джекиро и минус Разор. 3 в 2. 3 в 2 подрались тут ребята. И я думаю, нужно им зайти на Т1 Тауэр по миду. Да, именно это они и делают. Тут же есть вард от Джекиро. И тут можно просто стоять вечно. Просто... А, о, вард еще и третьего левела. 4% здоровья в секунду. Это просто отлично. Ну, полтавера сбрили. Ну, еще один такой заход, и все будет в порядке для них. Так. Ну и... Ага, я думал... Лайфсилер у нас уже внизу оказался. Я думал, он наверху у нас. Но нет, наверху у нас Джиггернаут, который имеет 2000 на руках. Что у нас у Лайфсилера? У Лайфсилера 800 на руках. И у него есть еще... пол линии до этого самого места поворота. Я думаю, еще пачки две будут у него. Что у нас тут? У нас тут проюзанный смок от команды Факел 17. И этот смок должен как-то зайти вот сюда, на Джекиро, которую сейчас увидят. Уже еще чуть-чуть. Да, видят Джекиро, поднимает телекина Джекиро. Тут же Шадоу Демон закрывает у нас Дизрапшн. Рубика и Бакрапира-то отличная просто. Бакрапира отличная. Еще одна сформированная микропира. Вот Рубика тоже отлично. Все, и что же? Тут есть Разор. Тут есть Разор своим ультимейтом. Нормально так дэмэдж наносит. Хороший дэмэдж наносит. Видим минус Рубик, минус Профет. И что же? Убили все. Или нет, не убили Разора. На Разоре урна. Да, минус Разор. И кто-то... Ага, в Клокерка взрыхся у нас. Грыхся. Успел Лайфстиллер и минус от Лайфстиллера. Башер, что ли? Да, Башер был тут Лайфстиллера, видим. По Дживелин и Белст оф Стрэндж. Пытался всего лишь рецептик купить. И все будет в порядке. У этого героя. Так. Что у нас тут снизу? Почти поймали у нас Джиггернаута, но ТПшечка на руках его спасла. Так. Что у Фуриона? У Фуриона у нас есть Shadow Amulet, и это будет у нас Shadow Blade первым. Айтемом, ну, ничего такого интересного. Все как должно и быть. Так, я думаю... Ага, вот как решили у нас ребята зайти на Рошана. Под вардом, а нету варда. Через 5 секунд появится вард. И тогда будет... вообще все круто для них. Ну и не знают об этом, как видим. Команда Бизоны. И тут без проблем они справляются. С этим товарищем. Так, ракеточка. Зафармил у нас Клокверк. Савуха. И тут сейчас пандочка. А нет. Кстати, а что у нас у Лондруида? Лондруида, видим, гиперстон будет, наверное. Мне кажется, быстрее всего. Ой-ой-ой, панду убили. Кираса, я думал. Ну и Кираса, наверное, откладывается у Лондруида, как я понимаю. И что себе приобрел у нас Джиггернаут? Это... это дезолятор. Что-то киное. Так, распрыгался у нас по Разору. И Разор тут, да, отправился у нас в таверну. И минус тавер. Вот
команды Факел 17. Ну что ж, идут дальше. Есть, напомню, у них Аегис. А точнее, у Джиггернаута. Так что, почему бы и нет. Так, Shadow Poison откидывается у нас. Shadow Demon. Видим, уже 4 стака у крипа. Быстренько он умрет. О, рейдж у Рубика есть. Неплохо. Так, видим айспад. Айспад никому не попал, но тут цепанули у нас Рубика в рейдже. И Рубик, мне кажется, тут умрет, но видим, тут умирает и быстренько у нас Shadow Demon, умирает также Джекиро. Лайфстиллер у нас залез, но нет. Но нет просто. Не повезло ему, минус. Лайфстиллер, ну и тут держал он рейд. Точнее, Мишка, который постоянно грыз кого-то. Рубика, точнее. Ну и минус Мишка. Да. 18 минута, давайте посмотрим на графики. На графиках видим 7500 по опыту за командой Факел 17. Что у нас по золоту? По золоту то же самое. График идет к 8000. Так. Ну а что же, Aegis есть. И решение от Факел 17 пойти забрать Т2 снизу. Хорошо, неплохое решение. Это лучше, чем фармить. И также Shadow Blade наконец-то есть у Профета. И это все просто отлично для него и для команды. Да, минус Т2 и... Я не знаю. Последняя драка, что ли? Или же нет? Так, вгрызается у нас тут Lifestealer. Сбивает Aegis Джиггернауту. И что же дальше? Что же дальше? Клокверк. Минус Клокверк, видим, поставил еще на отходе Коги. И минус Разор, видим, минус Лайфстиллер, минус также Джакиро, минус Shadow Demon. Остается один Мишка и байбек, видимо, от Клокверка. Ломается Т3. И быстрее всего это будет минус сторона, если не две, конечно же. Так, да, падает Т3. И Мишку тут хотят как-то избить, но вряд ли у них это получится. Да, Мишка идет у нас на под фонтан, точнее. Минус один барак. Минус второй барак. И что же, отойдут или же пойдут на мид? На мид, наверное, пойдут. Или же нет? Куда вы? Ага. На топ, на Т2 тавер. Решили так у нас ребята сыграть. Ну и все грамотно делают. Что тут можно сказать? Все грамотно. И что же? Клокер капун бустера еще не. Ну. Нужно приобрести, чтобы у него было годим. Что-то я запутался в своих мыслях. И это будет очень... Уже еще больше неприятностей для команды Бизон. Так, врезается у нас Найкс в Деовера, и как видим, что-то не очень сильно это получается. Минус тем временем Shadow Демона. Тут дальше идет у нас минус Клокверк. Да, вылезает у нас Лайфстиллер, включает Амлет и пошел, наверное, за Джиггернаутом. Джиггернаут у нас раскручивается и, наверное, тут уйдет. Вряд ли кого-то цепанут, но нет. Деовер ультует, минус Лайфстиллер, минус Лаундруид и минус Разор. Остается у нас последний Джакиру, и Джакиру у нас добивает Джиггернаут. Да. Полный разрыв, вот Факел 17. Ну и тут должны еще одну сторону забирать, по идее. У нас ребята. Так, минус Т2 и идут на Т3. Что им остается делать? Так. Ломается один барак. Стоит за последний барак на топ-линии. И тут у нас уже идут
потихоньку драки. Минус Shadow Demon видим, разрывается у нас Разор, и что же, Разор никого не забирает, мне кажется. Нет, минус Lifestealer, минус Джакиро также, минус Разор. Да, Некраушер купил третий, по-моему, да. Профет. Ну что ж, остается последняя сторона, именно мидл команды Бизоны. Догоним Джиггернаута, видим. Это уже тут не такое все важное. Вот Клокер притянулся к Shadow Demon, минус Shadow Demon, минус также. Нет. Все-таки ушел отсюда у нас. Лондрид. Но тут цепанули, по-моему, Девовера. Прячет себе в Астрал. Есть также у него Давру Девовера. Кирикенас вот Рубика. И запрыгнул в Некра. У нас Лайфстиллер вылазит. И да, это минус Клокер очередной раз. И что же? Девовера нету Мейки. Прячет себя в Астрал. Ну, полный трэш творится уже. Как бы остается один барак до мегакрипов, и кажется, эти мегакрипы сейчас будут. Сейчас Джиггернаут еще два раза ударит по бараку, и это будет уже. Нет, фортификацию юзают ребята. А, тут уже один Т4 упал, конечно же. Тут уже фан просто гейм. Как знаем, такие игры уже не тащатся, по идее, как говорят. Ha ha.